Всем привет, ребята. У меня здесь, короче, подготовка идет. Все сделал, сейчас лампочку еще сюда прикручу. Ну, чтобы свет был. Все электричество провел. Удлинитель сделал. Поприносил все. Перфоратор сейчас еще подготовлю. Ведро принес. Нашел старенькое ведро. Такое вот приличное. Приличное, кстати, ведро с колодца. Вот, надо поубирать с него вот грязь вот эту всю. Сейчас перфоратор возьму, буду сверлить, короче, здесь вот два отверстия под трубы. Надо отдолбить еще, вот видите. Отдолблю. И, ну, буду проводить, короче, трубы, делать воду сюда. Вот, короче, как-то так. Я буду делать, ну, а вы смотрите. Ребята, еще раз всем привет. Перед началом просмотра хочу вам посоветовать канал на YouTube. Вот он за моей спиной, называется Костя и Ирина. Ребята показывают свою жизнь, показывают, чем они занимаются, что они готовят, прогулки, отдых. В общем, на канале много интересных видео. Я посидел, посмотрел немножко. Мне понравилось, есть. В общем, они показывают тоже так же, как и я, часть своей жизни. Вот, ссылочки, ребята, будут в описании и в закрепленном комментарии. Переходите по ссылочкам, подписывайтесь, поддержите канал лайками, комментариями, ну и подписками, конечно. Ребята, всем привет! Ира сегодня будет готовить какой-то новый завтрак. Поздоровайся. Всем привет, наши друзья и подруги. Сейчас я вам, ребят, покажу. Все, ребят, стейк поджарился. Блин, обалденный получается. Нет, еще видишь, не готово. Кровью прям, смотрите, ребят. Да? Угу. Там кровь выделяется. Все, ребята, рыбка поджарилась. Даже видно. Да подожди ты, нельзя. Сидеть. Сидеть, не есть. Подожди, да нюхай. Ты же начинаешь, так нельзя. Нюша, ну подожди. Напылил, короче, здесь вообще жесть. Продолбил там отверстие под трубы. Принес трубы. Вот эти моменты под умывальник. Сейчас буду отрезать, короче, паять, делать. Правда, лампочку надо перекрутить отсюда вот поближе, чтобы было видно. Ну, в общем, буду заниматься сейчас трубами. Думал, короче, что сгорел у меня перфоратор. Включаю, бах, все, капец. А это опять вот этот удлинитель, где у меня розетка в комнате спалена. Вот этот удлинитель стоял. Короче, он сгорел. Когда-то я его покупал. В прошлом году, по-моему, что ли, в Павловской на рынке брал. 500 рублей, по-моему, это зараза стоит. Брал специально с фильтром, чтобы, ну, отключался, если что. Короче, это все
полное дерьмо. Работают только те удлинители, которые я сделал сам. Провода, там все вот эти вот дела. Собрав вот, типа вот таких. Только это такой стародревний у меня тут валяется, доваляется. Вот, где-то пригодился, видите. А так я беру провода 2 на 1,5. Машина ездит. И делаю. У меня есть такие удлинители. Ну, придется сейчас какой-то тянуть, ставить там. Потому что это на компьютерное. На интернет, короче, на все. Он сгорел, подлец. Я тут мыкался, думаю, да что такое-то, ё-моё. Ладно, сейчас перетяну свет сюда, поставлю. Ну и буду заниматься потихоньку. Открыл окошко, потому что напылил здесь, чтобы хоть немножко выветрилось. Ну, пыль это вся, грязь. Вот. Короче, ладно, смотрите дальше. Здесь я вот, короче, забабахал. Вот так сделал. Горячая вода, холодная вода. Все. Для умывальника. Ну, для этого, для мойки, короче, здесь все вывел. Здесь я еще подолблюсь туда, чтобы ее утопить побольше. Здесь нормально. Просто тот угол высокий, поэтому я в любом случае тут буду выравнивать, выводить. Все равно это у меня здесь утопится. Вот так. А это надо немножко подтопить, короче, туда. Вот. У меня уже стемнело. На улице я уже дела все поделал, закрыл все. Сейчас я вот здесь вот обрежу. И все. Здесь я буду делать завтра днем. На сегодня я здесь закончу. С водой, короче. Потому что мне надо... Ну-ка, вот так вот. Обрежу. Вот так на пол и вот сюда. И вот сюда, короче, выводить надо. Вот. Кто у меня пришел? А? Кто это? Что это за бандит у меня здесь шарится? Деловой. Сейчас опять начнешь мявкать. Так, ну и все, пойду я. Сейчас обрежу, короче, и надо поставить в этот, в душ. Обогреватель. Ну ничего, здесь вообще нагрел. Я вот сколько, он даже часа здесь не стоит, уже здесь вообще нормально, прям тепло. Так что завтра доделаю воду. Это, в принципе, недолго. Ну и все, я начну заниматься, короче, этой шпаклевкой. Шпаклевать все эти дыры, щели, все вот эти вот, короче, дела. Все зашпаклевывать, где подровнять, где что. Посмотрим, короче, завтра время. Ну, завтра день, короче, покажет. Вот. А пока я пошел мыться. Все, до завтра. Всем доброе утро. У нас уже, наверное, 8:00 утра. На улице морозец маленько, видите. Прибрал чуть-чуть. Ну, на сегодня обещают +7. Проснулся я 5:30 сегодня. В принципе, как и обычно, последние дни. Я просыпаюсь в 6:30 утра. Ну что, будем сегодня доделывать воду. Осталось совсем немножко. Чик-чик. Там с той стороны запаять, присоединить. На шкаф убрать.
Вот. Ну и начнем шпаклевать, наверное. Замазывать все щели, все дыры. В общем, все эти дела. Оставил вчера включенным обогреватель. Вообще нормально здесь, вообще не холодно. Отлично, температура такая же, в принципе, как и в доме. В доме просто, ну, я одну комнату, где сплю, я завешиваю на ночь. Вот. Ветродуйка. Вот это. Это Виталий мне давал еще давно. Но она работает, все. Просто надо вентилятор смазать. Да, я на эти полторашки обогревателя, а это 3 киловатта. Много она очень берет, и она столько не греет, сколько греет обогреватель. Поэтому я вчера что-то включил, она это. Надо разбирать, подмазывать там вентилятор. Вот. Ну, сегодня будем заниматься в кухне. Шпаклевать, замазывать все дыры, щели. Тут стены попробую немножко повыравнивать как-то. Не знаю, посмотрим, что получится. Этот шкребок у меня тут есть, большой такой, нормальный. Попробуем. В общем, такие дела. Ладно, кофейка. Кружечку я уже выпил с утреца пораньше. Пойду еще одну сейчас заварю, попью. Пойду животину выпущу, накормлю. Ну, будем заниматься. Так что смотрите. Посмотрите, какая красотища на улице. Замерзало все. Вот белое. Круто. Нормальненько так. Минус один. Зима подкралась. Вода замерзла. Я тепленькой водички набрал. На улице не мог открыть кран. Замерз кран, представляете? Все же на улице. Все тут, все. Вот так вот. Купаются деловые. Покушать всем дал. Все накормлены. Короче, круто. Да? Шельмы мои. Да? Да, ну ты-то точно шельма, я знаю. Белка? А, белочка. Белка вообще уматная, красивая. И Филимон, мочалка. Филимон сразу чимится. Да? Найдем. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Че такая злюка, блин? Че такая злая? Че злая такая, а? Че злая? Все, пошла кому-нибудь выписывать. Злая собака. Ладно, попить чайку. Да идти что-нибудь делать. Чаек вот такой у меня тут с утреца. Я всегда так делаю, каркаде. И один черный пакетик. Ну, на улице, ребят, вообще красотища прям. Иваныч печку топит. Все, замерзли. Все, зима пришла. Короче, ребята, намучился я сегодня полдня. Вот так, короче, сделал. Так, это надо отсюда убрать. Поотрывал тут эту гипсокартон, оторвал отсюда. Ну, сразу, чтобы, короче, не мешало мне тут. Вот так сделал, провел все. Давайте сейчас попробуем
Откроем, посмотрим, побежит, не пробежит. Ого, пошла. О, пошла. Слышу, что пошла. Круто. Так. Что здесь? Горячая. О, пошла. Холодная, прям с напором бежит. Вообще нормально. Всю холодную можно перекрыть, а горячую подождем. Сейчас она еще тут пропукается. Теплая. С бойлера, короче, подключил. Нормально бежит, что? Ну, долго так протекает. Главное, что бежит, уже хорошо. Расстояние большое, поэтому вот так вот. Долго. Короче, намучился я сегодня с ней тут вообще. Здесь-то еще ладно, все просто. А там я уже не знал, что делать. Чего она так долго? Ну, главное, что бежит. Еще даже труба у меня, я 3 трубы покупал. Еще даже одна осталась. Столько кусков старых. А что бойлер у меня не работает, что ли, или что? Точно у меня бойлер не работает. У меня отключено здесь все. Вот. Вот так. Ну-ка. Сейчас включил. У меня бойлер просто выключенный был. Вот такие вот дела. Ну все, в принципе, что. А, о, пошла. Фига, у меня бойлер выключен с самого утра. Все, вода уходит. Все четко. Там на улице надо будет, наверное, этим изотолом обмотать трубу. И все. Ну, меня убедили в том, что она не будет замерзать. Ну ладно. В общем, вот так, отодвигал шкаф тут, поотрывал, сейчас я все это обратно прицеплю тут, кверху, потому что тут, ну, мне все равно надо будет, я здесь изотолом этим буду закрывать, поэтому пока ничего не буду делать, я так просто прицеплю туда, кверху, чтобы она пускай висит, а потом уже, когда, ну, буду переделывать, я здесь все равно тоже будут пластиковые эти потолки, и я потом уже по-новому здесь все сделаю. Вот, а пока вот так. Ну, а так, короче, сделаю. Все, проход есть здесь. Так, чтобы торчало, здесь все равно плитка заложится. Здесь тоже будет плитка. Тут будет торчать немножко. Это ничего страшного. Все. Воду сделал, можно ставить мойку, короче, и перебираться с кухней туда. Вот так вот. Ну, а дальше, что дальше? Дальше я пойду заниматься монтажом видео, то что я сегодня полдня потратил на вот это все дело. Вот. Ну а там к вечеру начну шпаклевкой заниматься. Делай шпаклевать, сейчас отсюда все лишнее поубираю, что мне не нужно. Тепло здесь. Вообще отлично. Обогреватель один, вот стоит, работает. Здесь прям просто красота. Так что надо быстренько делать шпаклевку, потолок прикручивать. Не, надо делать, прошпаклевать, наверное, сначала все. Потом полы сделать.
Потом потолок прикрутить. Уголки не лепить, потолок прикрутить. Пластиковый я имею в виду. А потом уже обои. И все. И кухня готова, в принципе. Начать и кончить. В общем, как-то вот так. В общем, все. Воду сделал, слава богу. Все, теперь мучений уже по этому поводу нет. Все отлично. Вот так. Все, ребятки, кому понравилось, ставьте лайкосик. Я сегодня еще ничего не ел. Время уже сколько? Уже 2 часа. А уже 3 часа, без 10 3. Ё-моё, а я все тут маюсь. Ну, правда, я ездил в магазин. А, что я купил? Сейчас я скажу. Я купил хлеба. Купил, короче, котам китикета купил. Где? Вот. На 600 рублей взял. Уже накормил. Они не хотят нифига есть. Так, здесь купил. А, молока купил, вот, бутылку. Хлеб здесь купил. Короче, лапши вот такой себе взял. Пару пачек. Потом вот такой взял, пару пачек. Там мне нравится супы вот варить вот с такой вот штукой. Вот таких супов взял. 4 пачки. Мясо есть. 4 картошины почистил на кастрюльку. И все. Суп туда, вот тебе готово. И приправы я еще брал, вот такой вот, приправы я 2 штучки взял. Бульон домашний, куриный. И писал у меня на карте, на магниты, было 600 рублей. Я купил на 600 рублей, 600 рублей с карты списал. И все, и нормально, короче. Все, ребятки, кому понравилось, ставьте лайкосик. Не забывайте обязательно подписаться на канал. Все ссылочки в описании, в закрепленном комментарии. Обязательно переходите по ссылочкам. Ну и все, всем пока.